В сотейнике нужно разогреть молоко. В миску всыпать крахмал и сахарную пудру. Добавить желтки и хорошо перемешать. Смесь развести горячим молоком, а затем перелить в сотейник и довести до кипения, постоянно помешивая. Добавить предварительно замоченный желатин и остудить до 30-35 градусов. Вбить белки с сахаром и в несколько приемов ввести в заварной крем. Бизе у нас приготовилось, я его вытащил из печки и дал ему остыть. После чего...